Армия грабящего зла вошла в северо-восточную деревню. Ее жители очень скоро станут нежитью. Ну же, помогайте! Зло вновь выпустило на свободу вампира. Могучее зло продвигалось к бронзовому титану Альфаса и по пути наткнулось на лагерь героев во главе с паладином Элриком. Стой! Кто смеет вторгаться в лагерь славного Элрика Смазливого? Кто, черт возьми, называет себя смазливым? А, Талия. Я тебя искал. Мой несравненный ум выследил тебя, как я и думал. Я сюда сама пришла. Ничего ты меня не выследил. Просто сидел на своей ленивой заднице, пока я все вокруг уничтожала. Молчи, жалкая тварь. Я покараю тебя. Во имя добра, во имя богини, во имя Таноса. Тебе конец. Закончил понтоваться? Я тебя выпилю, я тебя зарублю, в рот тебе грязную тряпку засуну! Да ты правда считаешь себя готовой? Ты мне не ровня. Меня благословила сама богиня. Я стою 3 паладинов. Хватит выпендриваться. Давай начнем уже. Нет, я правда стою 3. Узри и восторгайся. Сила богини! Размножь меня! Элрика Воскресителя, ты ответишь за злодеяние. Жалкое зло позволило хрупкой Талии погибнуть. Не просто болезненно, без подземелья или черного сердца, это был конец. Титан Альфа.
опять никого не видит. Что ж, еще раз подошел. Армия безжалостного зла грабила невольные города. Армия грабящего зла обнаружила ферму. Если ее захватить, жителей можно легко обратить в лес. Навсегда обращены. Топорами и дубинками. Зло захватило ферму и обратило ее жителей в нежить. Шикарно! В округе было несколько деревень. Их обитатели наверняка не прочь обратиться в нежить, если их убедить. Так, я знаю, что делать. Бить, пока они не перестанут шевелиться, а потом завербовать, когда снова начнут. Будет сделано! Мерзкого зла дошла до южной деревни. После нескольких случаев и кратковременной смерти местные жители быстро обратились к нежити. Оу, похоже, жители заточили кого-то, кто уже стал нежитью. Это нам может пригодиться. Освободила из плена вампира. Эти могучие существа были великими воинами, способными заморозить кровь в жилах врага, если не высосали ее раньше, конечно. Расхищающее зло дошло до западной деревни. Ее обитатели так и жаждали стать нежитью. Так я так говорю, какая разница, что они хотели на самом деле? Пьющая кровь зло освободила очередного вампира. Я королева зла! Come on.
некромантическое зло построило кладбище. Обычно это ничего не значило, но эту землю питала зараженная вода. Нежить, восстань внемли! Я король личий, в смысле Талия, генерал дьявола, то есть отвратительного зла! Пора проснуться и сразиться с мерзкими людишками! Армия грабящего зла вошла в северо-восточную деревню. Ее жители очень скоро станут нежитью. Ну же, помогайте! Зло вновь выпустило на свободу вампира. Могучее зло продвигалось к бронзовому титану Альфаса и по пути наткнулось на лагерь героев во главе с паладином Элриком. Стой! Кто? Элрика Воскресителя. Ты ответишь за злодеяние. Ты убийца Элрика Смазливого. Ты за это заплатишь. Я просто с ног играть тебе. Я не могу. Бронзовый титан Альфаса уничтожен. Ничто более не стояло на пути разрушения невольных городов. Победоносное зло вновь торжествовало. И да, заодно оно уничтожило последнего соратника Таноса. Время пришло. Ты убила Элрика! Все, теперь я займусь тобой сам! Все зло будет уничтожено! Теперь действительно настало время сразиться с Таносом, но сомневающееся зло не было уверено, что Талия готова. Ха, я его одолею! Надеюсь. Твой отец.
Пришло время остановить тебя раз и навсегда, Талия. Ты принесла горе в эти земли и убила моих последователей, моих друзей! Ты настоящее зло! Спасибо. Я стараюсь. Ты хочешь меня остановить? Ты и армия? Армия? Я тебе покажу армию. Ощути гнев богини, пока я открываю врата Вальгаллы! Божественная сила Таноса потекла сквозь землю и начала открывать портал в подземелье. Портал, который переносил возмутительно добрых и благородных героев с того света прямо под землю. Да, вот и армия. Талию определенно ошеломила ситуация. Раздраженное зло вздохнуло. Очевидно, ему следовало позаботиться об этом деле самому. О, отличная идея. Пора бы уже получше познакомиться с большим боссом. Чтобы сюда явилось абсолютное зло, потребуется много магии хаоса. Мана тут не подойдет, нужны более осязаемые жертвы. Для этого понадобится добровольно-принудительно бросить нескольких обитателей темницы на жертвенник. Любознательное зло нашло в одной из деревень несколько зараженных особей в клетках. Если бы кто-то их освободил, а потом убил... В верхнем мире всплыло тревожное зло. Точнее сказать, его армия. Воины невольных городов прятались по домам, заходясь мелкой дрожью. Когда существа зла прогулялись во внешний мир, их принудили принять последний бой и направляться в подземелье. Пусть идут! Мы их снова порвем, поставим на колени, будем гадко шутить над ними. В своем подземелье враги. Небо!
Пора платить жалование. Чем могу помочь? Нужно сделать. Танос должен умереть! Я само зло! Thank you.
еще не все, Талия. Ощути мой гнев. Я открою врата Вальгаллы сейчас. Этот Танос неоконченных дел не оставляет. В подземелье удивленного зла открылся портал. Скоро здесь появятся новые герои. Вот дерьмо. Вперед! Бей их! Убивай! Пусть платят по счетам! Жалование! Самую гущу битвы! Я слушаю. Thank you.
жалование. Весь мир, объехавший зло, заметил еще зараженных. Ранняя смерть поможет им с радостью вступить в армию. Врата Вальгаллы открываются. В любое время. Сейчас! Войско Вальгаллы, разгроми зло! Думаешь, на этом конец, Талия? Ха! В Вальгалле есть еще герои! Получи! Танос снова открыл врата Вальгаллы, и еще больше героев вошло в подземелье недоумевающего зла. Мы с ними управимся! Вперед! Откусывайте им носы! Отрывайте уши! Пердите в морды!
Пора платить жалование. Come on.
Пора платить жалование. Новое войско вскоре прибудет из Вальгаллы. Это еще не все. Пора открыть другой портал в Вальгаллу. В подземелье открылся еще один портал. Легко смущающееся зло было несколько сконфужено, но пожало плечами. Одним меньше, одним больше. Войско Вальгаллы, покарай зло! В своем подземелье враги.
жалование. Становится сильнее! Лаборатория была готова к использованию. Теперь нежить могла делать из маны и инструментов столь вожделенные магические инструменты. Безумный успех. Thank you.
пора платить жалование. Сила добра растет. Скоро я приведу новых героев из Вальгаллы. Войско Вальгаллы, разгроми зло! Все еще желающее вызвать само себя зло принесло в жертву добрую треть необходимых героев. Ждать пришествия оставалось не так долго. Талия, прекрати это недостойное поведение! Человеческие жертвы! Подумать только! Чистое коварство заслуживает только презрения!
жалование. По могущественнее! Кого нужно уничтожить? В подземелье ворвались враги. Кого нужно убить? Thank you.
Прощай, червяк! Врата Вальгаллы открываются. В любое время. Сейчас! Жалование. Войны Вальгаллы восстают! Добрых 2/3 нужных героев было принесено в жертву. Почти что самопризвавшееся зло уже потирало руки. Ха! Танос годился только на половую тряпку. Вот и конец твоим темным делишкам. Сгинь, проклятое отродье!
колебаний зло разрушило часть верхнего мира. Дела шли как надо. Думала, меня это впечатлит? Чем? Только еще больше разозлит. Войны Варгалы свершат над тобой правосудие. И подкрепление тоже будет, конечно же. Потрепанные защитники невольных городов просочились на старую дорогу. У них хватало дерзости заявить о возвращении добра в верхний мир. Что? Держите их! Режьте на куски и лицензии героев отберите! Сила добра растет. Скоро я приведу новых героев из Вальгаллы. В твоем подземелье враги. Да.
из Кавальгаллы! Покарай зло! Жалование. Моя сила растет. Скоро поднимется войско Вальгаллы. Добро пойдет. В твоем подземелье враги. Готово! Готовящееся к пришествию зло принесло в жертву достаточно героев. Ничто больше не могло помешать призыву. Но нельзя ли немного подождать? Это звучит почти как вызов. Конечно, мы сможем удержать форт. Хотя бы какое-то время. Сила добра растет. Скоро я приведу новых героев из Вальгаллы. Время пришло. Наконец! Пора надрать Таносу задницу! Никогда, отродье! Здесь у тебя силы нет. Ты не пройдешь! Итак, время пришло. Из глубин храма поднялось абсолютное зло. И как раз вовремя, ведь Танос опять принялся вызывать из порталов бесчисленных героев. Герои, конечно же, не были опасны для бессмертного зла. Все это походило на утреннюю зарядку. Зло радостно прорубалось сквозь солдат врага, орошая все вокруг густой кровищей. Цензура бы не одобрила, но неважно. Когда солдаты были уничтожены, порочное зло занялось Таносом. Началась эпическая дуэль.
Сила противников озарила их ярким светом, а воздух пронизали щупальца неуправляемой энергии. Враги обменялись ударами и застыли в эпических позах для игры в гляделки. Такой бой можно увидеть в любом аниме. Три серии подряд, а сюжет и не думает хоть немного продвинуться. Однако битва все же была неравной. Танос понял, что с абсолютным злом ему не сладить. Страх обуял его, как только поражение стало очевидным. Воля и храбрость пошли на спад. Но богиня оказалась милостива к молящему. Она прикрыла Таноса божественным щитом, и тот телепортировался в безопасное место. Увидев это, абсолютное зло зашлось в судорогах, прекрасно знакомых каждому поклоннику военных игрушек. К несчастью, у молчаливого зла не было голоса. Оно только шипело себе под нос и угрожающе махало руками. К несчастью, домашнее зло не могло оставаться на месте и снова исчезло. Но Талия почуяла кровь. Позор поражения не давал ей покоя, заставляя преследовать Таноса. Она немедленно отправила армию попивающего коктейли дома зла в принудительный поход на столицу. Вскоре Талия уже стояла под Штормбургом, готовая положить конец затянувшемуся противостоянию. Крещение огнем. Абсолютное зло как следует ослабило Таноса и обратило в бегство. Талия сразу же начала погоню, без выдающегося зла. «Я твой отец! От невольных городов не осталось ничего, кроме дымящихся руин!» Но Танос нагнал Талию и армию изумленного зла. Намечалась эпическая битва. Крещение огнем. Абсолютное зло как следует ослабило Таноса и обратило в бегство. Талия сразу же начала погоню,